28 июня, Серега, отойди. Константиновка, тот же знаменитый склад, что взорвали, сказали тут, от Хаймерса, блин. От Хаймерса. Второй прилет к нам, такой, что мощнейший. Маленькие не считаем, больше 50 штук. Это беспилотник. Дедушка Путин отправил ко мне. Жалко, да, что он пидорас. Это... Он, смотрите, оттуда прилет. Зерно? Зерно, ребята, вон. Что я хочу сказать? Давай все свои беспилотники на мой склад, я готов. Чтобы наши защитники были целые. А всем долбоебам, которые говорят, Украина стреляет, или у вас там хлопают, что стреляют. Вот всем долбоебам повторяю. Видите, кого стреляют ваши пидорасты, блядь? Вон, смотрите. Я буду тут стоять до конца и ебошься, ребята. Я сейчас свое лицо покажу, чтобы вы знали, с кем вы имеете, или с кем вы имеете дело. Это я, ребята. Так что ласково просим. Украина для вас будет ад.